Чем можно испортить кредитную историю? Это просрочки, невыплаты по кредитам. Даже если у вас была одна просрочка, то она вам портит кредитную историю. Чем больше дней вы не платили, тем хуже для вас. То есть кредитная история будет все хуже и хуже. И, конечно же, банкротство. Если вы банкрот, то в течение 5 лет вы не сможете взять вообще ни один кредит.